Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Косина, и в данном видеоролике я хочу поговорить вот на какую тему. Жгучие желания и каким образом вы осуществляете вот это самое жгучее желание через свою собственную компанию, в которой вы развиваете свой собственный бизнес. Я хочу сказать, что жгучее желание – это такое острое, сильное, болючее желание, что оно, казалось бы, вроде бы неосуществимо, но оно настолько болит, оно настолько вот прямо в тебе вот это играет. То есть это настолько вот огромное желание сделать что-то, что ее можно сравнить даже, пожалуй, с острой болью. Когда у вас острая боль, когда у вас зуб болит, вы сделаете все возможное и невозможное, чтобы данная боль прошла. Вот и также жгучее желание – это настолько мощное желание, настолько большое желание, настолько болючее, что вы снесете все абсолютно преграды, чтобы достичь вот данной цели, данного желания. И я хочу сказать, что, наверное, 3 года назад у моего ребенка родилась вот это именно жгучее желание, и у него настолько вот эта вот энергия, она и сейчас у него есть, вот настолько он хочет туда поехать, а он хочет поехать в Канаду, и после, когда он закончит школу, 11 класс, он хочет поехать в Канаду и получить как минимум высшее образование именно в Канаде. И вот это вот желание, его жгучее желание, он передал мне. У него настолько вот эта вот мощная энергия, что данное его желание я поставила себе как цель. И хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что сколько денег мне надо. Я прекрасно также понимаю, что жить в чужой стране – это достаточно сложно. Я как взрослый человек, еще подростка, а я взрослый человек, я понимаю, что через что мне нужно пройти, какие трудности будут, но морально я готова. Но хочу сказать, что помимо этого, это стоит и достаточно хороших, я бы сказала, даже денег, поэтому, развивая собственно бизнесе, в котором я сейчас развиваюсь, я точно знаю, что вот к тому периоду, когда мой ребенок закончит школу, у меня будет достаточно денег, чтобы его желание мучить осуществить. Я точно знаю, что моя компания, пока мы будем жить с моим ребенком в чужой стране, она поможет нам вот в этот период. И я думаю, что не только поможет нам выжить, но и жить достаточно в такой вот, я бы даже сказала, что хорошей жизни, где мы не будем абсолютно ни в чем нуждаться. Поэтому я уверена на все 100%, и я именно поэтому и развиваю свою бизнес именно в этой компании. Хочу вас спросить, у вас есть жгучее желание, и вы точно знаете, что это жгучее желание, если развивать ваш собственный бизнес, вы достигнете. Хочу вас увидеть ваши комментарии там, где-нибудь под роликом. А с вами была Оксана Косина. Увидимся в следующем ролике.